Представляем велосипед Q-Preaction C6229 2019 модельного года. На байк установлена рама C62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, а также надежная вилка RockShox Recon Silver TKR. Качественные трансмиссии Shimano EcoCRDM 8000 Shadow Plus 11 скоростей позволит легко преодолевать любые рельефы местности. На байке стоят тормоза типа гидравлико-дисковые. Велосипед Q-Preaction C6229 2019 года – хороший вариант для катания как и по проселочным дорогам, так и городским улицам. Эта модель укомплектована колесами с диаметром 29 дюймов с хорошими покрышками Schwalbe Repetrop – удачный вариант в соотношении цена-качество. Катайтесь в удовольствие!